куча подарков. Уже все ждут, когда будут открывать. Всем привет, ребята, и сегодня будет влог с Нового года, с дня подготовки, как мы все собирали, как все происходило, что кому подарили, как мы отмечали, кто как напился, ну вы поняли, все будет в этом влоге. Что хочу сказать, хочу поздравить вас с тем, что наступил Новый год, немного с опозданием, но все же сказать спасибо, что весь год или какую-то его часть были со мной на канале, мне очень приятно, я надеюсь, вы дальше будете смотреть мои видео, и мы дальше будем счастливы вместе, ну вы поняли. Все, поехали смотреть, как мы готовились к Новому году. Сегодня я решила, что пора упаковывать подарки. Это самый большой подарок, который будет у Лёши. У него будет несколько подарков. Вообще в этом году у всех будет несколько подарков. Я купила это еще до уезда в Киев своего. Посмотрим, как это упаковать, потому что коробка просто огромная. По сравнению с вот этими, это просто коробка-гигант. И извиняюсь за мой голос, мне кажется, я простудилась, я вообще не могу говорить. Сейчас я буду упаковывать. Честно говоря, никогда не упаковывала подарки. Хочу же, как уже сказала, завтра кое-что еще докупить. Но я думаю, это будет интересно. Ничего необычного, просто мы с Сашей упаковываем подарки. Самый большой, главный подарок Алексею. Вот несколько подарков. Упаковка хромает, но зато от души. И посмотрите, сколько грязи. Мне лучше не давать упаковывать, конечно. Что получилось? Положили мы подарки. Конечно, это еще не все, но все равно с подарками выглядит гораздо праздничнее вся квартира. Такое более новогоднее настроение сразу получается. Обычное утро в Париже. Я все еще очень хриплая. Несу сэндвич нам из Джанджуса, и Саша и Леша взяла по пончику. Не знаю, конечно, как я буду вам снимать влог с таким голосом. Еле говорю, реально. Сегодня вышла новость, что с 31-го, это завтра, обязательное ношение масок на улице в Париже, потому что у нас 200 тысяч кейсов. Я сразу отвечу для всех, что я просто, меня продуло, у меня нет вируса, у меня нет, боже мой. Короче, я больна не той самой болезнью, которую нельзя называть, понимаете? Боже мой, боже мой. В общем, хочу сказать, я сейчас не притворяюсь. Это мой голос. Вот серьезно, это мой голос. Это так, как я могу говорить сейчас. Это жесть. Так выглядит йогурт, который я всегда делаю Лёше. И сегодня он мне такой утром говорит, а может лучше булочки съедим? Я его заставила есть йогурт. Смотрите, что сделали на Елисейских с Диором. Я так понимаю, будут забастовки, потому что поставили защиту на стекла, на все окна. И в других бутиках в Картье я увидела тоже. Поэтому, скорее всего, сегодня будут забастовки. Все бутики закрыли. Это Монклер, как вы помните, самый большой в мире. Леша решил чемоданы посмотреть. Леш, ты мне подарок на НГ покупаешь? Не ожидал. Мы с Сашей решили, что вот этот вот похож на чемодан визажиста. Это самый большой чемодан, который есть в Лимово. Он на 105 литров. Мы берем, который поменьше. Ну, он тоже типа самый большой, но этот какой-то супер гигантский чемодан. Мы пришли на Монтергюэль. Я никак не научусь говорить эту улицу правильно. И сегодня здесь, как всегда, толпы, ажиотаж, все покупают продукты на НГ. Мы заметили, что очень много людей покупают устрицы, а мы идем за Лешиным любимым козьим сыром с трюфелем. Леша и Саша, как настоящие французы, стоят в очереди за сыром для новогоднего стола. Мы сейчас будем упаковывать подарок для Дони. У нас с каждым часом подарков все больше, они еще добавились. Сейчас будет подарок Дони. И мой подарок, я сделаю вид, что я не знала, что это за подарок. Там внутри этого чемодана и этот чемодан. Саш, типа сюрприз, да? Секрет. Что же это? Запаковать. Дони знает, что это его подарок. Он видит. Подарок.
Отдай подарок таксы. Донни просто орет, он не может ждать ни секунду, он хочет свой подарок. Я не знаю, откуда он чувствует, что это его подарок, но он это чувствует. Вы видите, он вылазит, червь. Хочется подарок. Видите, Донни любит подарочки. Вы знаете, у всех есть свой язык любви. Вот у Лёши, ой, у Донни, это подарки. Это у тебя есть? Нет. Лёша уже профессионал. Боже. Ты хочешь подарок? Такса хочет подарок. Подарок. Он выглядывает. Подарок. Нет. Новогодний шопинг сделан. Время 6 часов. 6 часов, мы еще ничего не начали делать. Леша тащит 2 тележки. У меня багеты. Часть продуктов куплена вчера. В итоге у нас 5 бутылок шампанского. На троих. Как вы думаете, нам хватит? Атмосфера готовки. Саша делает мясо по-французски. Леша делает, боже, как называется? Буженину. Буженину из говядины. И нас кинули в монопри, нам пробили икру 3 раза, а мы взяли 2 упаковки. Обидно, Лёш? Да, очень. На кухне у нас просто происходит, что попало. Здесь будет Лёша любимый салат, крабовый. Будем делать пюре, творятся яйца. Тут не задавайте просто лишних вопросов, что здесь происходило и почему. Лучший день сегодня у Дони, он ходит и подбирает все, что у нас падает. Там было написано 20 грамм, конечно. Что ты с нами снимаешь? Лёша, смотрите, как придумал. У нас бьюти-процедуры, мы с Сашей делаем маску. Маску опять от Glam Glow. Я в маске вся. Пахнет, понюхай. Да. Чем пахнет? Туалетом. Кокосом. Туалетом. Проверка салатов. Салаты в процессе изготовления. Пока мы сделали мимозу из лосося и икры. И Саша крабовый сделала. Запекается мясо. Сейчас будем делать пюре. Будем смотреть «Один дома». Я думаю, сейчас мы... А самое смешное, это Саша, покажи, что ты взяла вместо огурцов. Ну, это очень смешно. Это очень смешно? Да-да-да-да. Саша взяла цукини вместо огурцов. Ну, похоже. Ну да, просто один в один. Как вы думаете, я открою с первого раза? Ты всегда откроешь. Вот и тренировок. Это сервировщик. Мясо сервирует. Если вам нужна помощь, Алексей вам поможет. Ура! Лёша Грузинский, давай, Новый год. Какой у меня новогодний прикид? Прикид называется «Ёлка». Я ничего не успела купить и буду отмечать Новый год в зеленом кимоно, халате. Накрываем на стол. Пока на столе только закуски разные. Самое красивое здесь, конечно, это елка с кучей подарков. Алёша шарпает, как дедуля. Наш стол накрыт. Алёша сделал... Боже, я забыла, как это называется. Мясо, которое очень долго запекается таким цельным большим куском. У меня постоянно забываются названия. Саша сделала блюдо нашего детства. Мясо по-французски. Это просто бутеры с икрой, блинчики с икрой, крабовый салат, всякие сырные нарезки, фуа-гра, пюреха, мимоза с лососем и икрой. Секси? Прям Джулин Перес. Скажи. Ты вдохновилась? Да. Такса хочет кушать. И Лёша тоже. А, Лёша встанет, давайте уже есть. Лёша сравнивает красную и черную еще. Ну так солененько и сочненько. Вот ты за команду. Чё? Ну не зеленый цвет.
коли вся родина за одним столом. А сьогодні вся країна за одним столом. Звоним мама Сіті. Мамуля. Ми опаздываем. Девочки, ми опаздываем. Когда открывать? Ну ще пару секунд. Нужно прямо в новогодний твой открыть. И быстро выпить. С Новым годом! С машины вылез. Ура! Посмотрите, пробка на Новый год. Некоторые люди просто идут домой. Мне больше всего нравятся вот эти, которые веселят. Саш, тебе понравились? Иду к ним. Посмотрите на эту пробку. Сейчас будет распаковка подарков. Дони. Давай, открывай. Давай, Леша, рви таксин подарок. Развивашка! Почему Дони не оценил свою развивашку? Дони, развивашка. Плохая игрушка, плохой подарок. Я не знаю, что это. Что же это может быть? Кто это так красиво упаковал? Леш, ты оценил упаковку? Санта упаковал. Ну так, Санта двигает. Пакет! Пакет! У меня очень классный модный прикид, вы видите? Такой халат. Женщина в халате. Что, что в коробке? Что там, Леш? Не знаю. Развивашка? Он нашел? Он парочку уже достал. Молодец! Молодец! Он взял лапки так. Леш, ты ешь третью мандарину? Да. Я ни одной не ел. А я думала, никто не съест супермандарины. Что это? А, это масло для лица, Саш. Смотрите, все уже под ноль подчистили практически. Дочек, еще одну открыл уже. Молодец. И? Что это? Это когда будет очень... Надо рассказывать, что это. Ну, это после сегодня, надо будет утром массаж лица делать. А что, это еще самое большое? Что ж там может быть? Леша, ну как ты достаешь? Так что наклеила, сзади ничего не видно. Так оно внизу все видно. Леша не щадит упаковку. Ну, плюс 15. А одень, это твой размер или мой? Я померила, мне тоже красиво. А ну. Мне очень подходит, тебе будет великоват, я думаю. Не, мне было красиво. Тебе будет великоват, видишь, по рукавам видно. А такса поместится туда тебе? Такса еще ищет. В магазин. Где такса поместится? У тебя есть подарок Саше, еще один подарок. Еще один подарок? Да. Это подарок Саше, это красиво упаковано. Леша, смотри, как неаккуратно распаковывает. Так, так и переть. Да. А, шоколадский ОО. Посмотри, что, что это? Это мы с тобой из таксы. Подожди, что это такое? А что? Это футболка? Ну, угадывайтесь. Это скатерть? Футболка, наверное. Не, ну, это... Скатерть. Футболка. Леша, все, теперь ходи по дому. Хранкин. Класс. Типа. Иди ко мне. Блин, да это классно. Кто это классно упаковал? Леша, это чтоб ты ночью сейчас так выглядел. А, то есть ты мне еще... Если я буду спать как лорд. Теперь... Ну, наконец-то. А то у меня есть пижама, а у тебя нет. Саш, ты голосовала за Эльку, да? А это какая? Эмка. Илья Худой. Так, ну, давай. С чего мы начать? Начнем с самого крайнего. Доня тебе поможет. Упаковка профессиональная такая. Строительный суперклей. Рви! Что это? Леша, что это? Это золото. Это пустая коробка. Очередная. Это для моего лука сейчас подходит. Да, кстати. Я гейша. Проверим, подойдет ли мне размер, я же не меряю. Без носка вряд ли. Так и будешь ходить. Почти. Нет. А, и так, зачем занимается?
Красота. Ты будешь в них тренироваться? Нет, я еще тренируюсь. Идем к следующим. Это чтоб мой дополнит лук с одним кроссовком. Что это? Ну что это? Это, наверное, шарф. О, как ты узнала? Ой, вот это красиво упаковали, кстати. Вот нет, здесь. Это шар. Наконец-то не будешь мой шар воровать. Это не точно. Это не точно. Красиво так? Великолепно. Так и можешь спать. Теперь. Блин, ну Саша самый красивый упакованный подарок. Ну что, оставлять? Ну, это реально так профессионально. Смотри, степлером. И зеленый. Идеально. Мама помогла. Мама Сита знала, как упаковать. А, футболочка. У нас family look. Саша, та же фотка? Да. Не могу найти. Инна, ну значит мы знаем, мы должны в них, а поверх пижама. Да, та же фотка. Саша, что-то там еще должно быть. О, а это я просила у Саши. Чем она мажет брови? И мне надо было заказать, а мне было лень, и я решила, ну ладно, буду так мазать. Саша мне заказала. То есть ты будешь мазать брови? Да, у меня будет как у Саши. А я буду кушать. Леш, мы будем с тобой так ходить? Конечно, будем. Ну ты точно. Ты точно. Ой. Что же это? Это мой самый большой презент. Это что, чемодан? Я так в Турцию поеду. Бомба. Ну, на самом деле, я знаю, что там еще один чемодан внутри. Не буду вам показывать. Там еще такой же, только маленький. И там и Фэй. Видите, как мне романтично? Спасибо, Леша. Сниму вам, как отмечают Новый год во Франции. Просто куча людей на улице. Вон какая-то пара целуется. Что еще происходит здесь? Очень много людей. Никто не ходит в масках. Хотя с сегодняшнего дня обязательный масочный режим. Уже второй день. Леша напился. Леша говорит, что полиция пшикает каким-то газом. Ты уверен? Ты заточил. Вот такая тусовка. Два часа 30. Толпа людей просто идет. Санта-Клаус! Санта-Клаус! Повесили на башню знаки Евросоюза, звезды. Количество людей невероятное. Красота!